России среди кадетов по фехтованию на саблях среди юношей. Артем Целышев, Новосибирская область. Артем, поздравляем. Ну, немного о турнире, наверное. У тебя была очень сложная сетка, где были два твоих, не скажу конкурента, вы все попали в сборную, но два твоих товарища, занимающих также два первых места. Ты так следил за этим, за положением, за сеткой? Как? Спасибо за поздравление. Ну, конечно же, следил. Но когда фехтовал в группе, конечно, не ожидал то, что так все выйдет. Вообще не настраивался них не за четвертьфинал с ними фехтовать. Хотел, конечно, попозже, но вышло так, как вышло. И сегодня я первый. Ну, получилось так, что, выиграв четвертьфинальный бой, ты, собственно, стал фаворитом. Так, скажи, это психологически на тебя как-то влияло? Ну да, было сложно. Не знаю. Ну, бой был с Пантелеевым очень психологически сложный, и поэтому было очень сложно настроиться на других соперников. Если можно, о полуфинале и о финале, уже о медальных боях. Как, ну, мы видели со стороны, конечно, как тебе с дорожки казалось? Ну, в полуфинале я встречал своим, как бы, соотечественником Ромой Ошестовым. Но, земляком, скажем да, так, земляком, все соотечественники. Да, земляком. И как бы у меня сложился очень как-то простой бой, не знаю. Но мне так не показалось, может, со стороны-то казалось. Но финал, я знал, что он неудобный соперник. И я настраивался на него как бы по-другому совсем, чем на полуфинал. И вот выиграл. Тебя бы, наверное, не поняли, если бы ты в финале проиграл. Все-таки три сибиряка вышло четверку, да? Ну, да. Если бы выиграл петербуржец, да? Ну да, да, не поняли бы, конечно. Ясно. Поддержку чувствовал? Да, чувствовал. Кому, может быть, хочешь привет передать, поблагодарить кого-то? Ну, в первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Писецкого Бориса Ильича за то, что он работал со мной, за то, что верил в меня. Порой даже когда я сам себя не верил. Хочу поблагодарить своего второго тренера, который на данный момент здесь, Самигуллина Дарью Фаридовну, которая всегда в меня верила, поддерживала и всегда была рядом на моих соревнованиях. Хочу поблагодарить своих родителей, Целышева Снежану Владимировну и Целышева Владимира Владимировича. За то, что они воспитали меня, за то, что они верили в меня, за то, что привели меня в этот спорт, в котором у меня начали получаться результаты. Ну, сейчас следующий этап. Первенство Европы, первенство мира. Чем будут отличаться эти соревнования от всероссийских, даже вот от таких крупных, серьезных? Ну, первенство Европы, это будет такой первый, наверное, в моей жизни важный старт, в котором я должен показать себя. Но первенство мира, это, я считаю, ну, как для меня, это вообще слишком великий турнир, или как сказать, не знаю, сложный. И в котором нужно показать себя и показать результат, от которого меня ждут. Ну, ты уже фехтовал на международных соревнованиях. Чем международные турниры от российских отличаются? Ну, международные соревнования отличаются тем, что там очень много иностранных соперников, и включая лучших соперников из России. Много людей, нереально много, по 220 человек, там, по 240. Каждый бой очень важен. Если ты проиграл один бой, то потом очень сложно будет выбраться оттуда, потому что нужно выигрывать каждый бой. Очень важно выиграть каждый бой на международных соревнованиях. Ну, желаю тебе выиграть как можно больше боев на международных соревнованиях. Спасибо тебе, поздравляем, удачи. Всего вам, до свидания. Спасибо, что дождался нас.